Хаюшки, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу хардкор мод для Майнкрафта Boost Edition. Точнее, друзья, это аддон, и после установки этого аддона в вашем карте появляется новая сложность, которая называется хардкор. И после того, как вы умрете в мире, ваш мир удалится, и вас выбросит главное меню. Ну что ж, вы готовы проверить? А я, конечно, готов. Нажимаем кнопку возрождения, и что же мы видим? Мы видим, во-первых, такое меню. И нашего мира, друзья, нет. Вы не подумайте, что сейчас был видеомонтаж. Вы сейчас сами увидите. Создаем мир. Допустим, вот совершенно обычный мир. И сейчас мы пытаемся себя убить. Так, прогружайся мир. И, собственно, что же мы можем сделать? Друзья, ну, собственно, самый легкий путь — это себя утопить. Ладно, давайте маленько подождем, пока наши пузырики все уйдут. Давайте, уходите, пузырики. После чего мы будем ждать смерти. Нашу смерть, друзья, в игре. Ну, конечно, давайте подождем. Кстати, не знал, что такой красивый вид из океана бывает в Майнкрафте. Но теперь я буду знать. Давай, умирай. Ну, конечно, когда ты в режиме выживания, умирать тебе не хочется. Но вот сейчас ради видео, друзья, нажимаем кнопку возрождения. И, как видите, наш мир был удален. Ну что ж, вот такой аддон был у нас сегодня. Ну, а на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.